Здорово всем. Тут пока бегаю, фармлю. И заметил то, что сюда можно спрыгнуть. Но внутри меня будет ждать сюрприз, да? Пластинчатая броня. Ай. Что за чертовщина? Чужаки превращаются в монстров. Блин, жестко. Ну, то стены проламывают, то не может открыть какую-то дверь. Да, я тут еще фармлю, кому интересно. 11 тысяч пока насобирал. В принципе, давай-ка посмотрим, что за пластинчатая броня. Снижение урона. Амрита больше. Вот этот лучше одену. Амрита 4,5. Это, конечно, интересно, что за пластинчатый такой доспех. Она, зараза, много весит. Да, кстати, шанс выпадения экипировки. Пятый уровень, да? Амрита. Вот твою же дивизию. Я тут Амриту зарабатываю. Они мне палки в колеса вставляют. Юрикинов, Кунай. А, да, золото. Идите лесом. Защита и сила атаки. Увеличение защиты и силы. Господи, сколько у меня здесь всякого дурдома. По ножке, да, двадцаточка. Выносливость увеличивает. Двадцать 16 тоже не вариант. Увеличенная выносливость, говоришь, да?
Так, тут 3,9. Чего? Шанс упадения предметов из юкаев. Ну, не знаю. Если честно. По-моему, толку от этой брони пока нету. Но предметов у меня, мягко сказать, дохренище уже. Так. Вот ты, ёлы-палы. Веер. Так. Урон мяди, выстрел ветра. Против меня, против мира йокай. Снижение периодического урона. Угу. Так, зарабатываем амрита, люди. Ну ладно. Но броньку надо поменять. 3,1. Ну, это еще более-менее куда ни шло. Так, сохранились мы вообще? Давай немного повысим характеристику, во-первых. +2, +50, +7. Я вот думаю, магия Мёдзи лучше поднакачать посильнее. Теперь 4 косаря надо, да? Ну тоже не такое. Ящик для предметов. Подношение святилища точно. Так, благословение у меня целителя. Я, правда, так и не понял, что за материалы, вот хули честно. Я вот их нахожу постоянно. А вот что с ними ядрить налево делать?
Так, ладно. Это у нас здесь 4. Понятно. Против мира Йокай. Плюс 10, да. Прочность живого оружия. Плюс 100. Окей. Удача. Жизнь плюс 10, плюс 20. Или удача. Дальше у нас сила магии Амёбы. Непонятные титулы. Ага. Очки репутации. История прохождения игры, господи. Сколько у меня тут смертей-то написано? Урон от падения 209. Ладно, так, стоп, у меня еще. Я тут другой меч решил покачать, кстати. 137 он теперь, да, он выше уровня. Угу, 125. То есть качать надо уровни намного выше. Я понял. Это даже забавно, то есть чем выше уровень, тем предмет надо 734, но я не скажу, что ж так просто много. В принципе, ничего такого нет сверхъестественного. Так, 2600. И 100. Ну да, повышается, конечно, выпадение амрита, не поспоришь. Ну, 900 стало, если я правильно понял. 3216. Давай еще раз бегаем, еще раз прокачаем. Что мне кажется, от этого смысла нету, но надо потом броню будет качать, чтобы еще более-менее хотя бы стойким быть. Магия Анмён, видишь, мне нужна для того, чтобы этих юкаев дурацких убивать. Тут еще и крит идет, я понял. Бывает. Ничего страшного.
Надо там вот поразбираться в своих шмотках. А я что-то не ожидал, что у меня от бега так стало стамина уходить. Что-то я уже подустал, да, по ходу дела. Постарел. Ну, весь день заниматься одним и тем же тоже не так сильно весело, как хотелось бы. Кого ко мне? Все, готово. Сейчас подумаем, что прокачать. Я предлагаю вообще-то силу немного качать. Хотя магию надо. Надо качать магию. Если что не получится, я еще пофармлю. Так. Ну вот, магию все прокачать, она уже, видишь, плюс 9 идет. В принципе-то. Плюс 1, плюс 2. Она все меньше и меньше. Здесь она хоть более-менее пока еще велика, но тоже не слишком сильно. Я предлагаю пока вот это вот качнуть. Бежим сразу. А, как раз парочку еще надо завалить будет, долбодятликов. Мне предлагаю еще немного покачаться и все-таки понять, чем его лучше лупить. А пока на данный момент мне не ясно. Что теперь в итоге получается, то что мечом я нанес урона меньше. Есть также идея у меня. Тоже у меня много не в этом дело. Жизнь зарабатывая, а амрита, видишь. Тут броня 20, это шлем. Но мне нужен доспех, скорее всего, да? Это тот самый лучший, но он и весит черти сколько.
Вот, против мира Юкай, к примеру. Плюс 20. Сколько я ударов смогу нанести? А, ну еще более-менее нормально. Так. Состояние. 52%, да? Интересно, здесь в экипировке есть какая-то прокачка? Вот что меня вот интересует. Ладно, я тогда на паузу пока уйду, еще немного покачаюсь здесь. Я вообще-то меня убить должен. И вернусь к вам немножечко попозже. Надо мне немножко подумать, как бы это лучше все организовать. Может, оружие сейчас другое попрокачиваю. Без понятия пока. Да уж. Этого мало уже становится. Магию. А, это он случайно выбирает, я понял. Нафиг оно мне надо? Ну, давай дух прокачаем. Попробуем. Сомневаюсь, правда, что что-то хорошее получится, но все же таки. Не знаю. Короче, пошли попробуем так его поместить. Ну, в тяжелой экипировке. А если попробовать вообще одеть самую тяжело вооруженную броню. Топовый, что ли, шлем самый? Серьезно? Да, это самый топовый шлем. Сколько же я ударов смогу нанести? Наверное, нисколько. Один или два.
Даже, блин, не знаю. Ну попробуем просто ради прикола. Ну, вроде как 3 удара могу нанести. Тоже такое себе. Как, блин, с ним сражаться? Господи помилуй, я не знаю просто. Надо как-нибудь что-нибудь придумать. И все, я даже делать ничего не могу. Ладно, сейчас посмотрим, как видео там корцевали. Все так, знаете, довольно таки интересно наблюдать. Уворачивались как-то. Да, конечно. Бляха-муха. И как это вообще можно побеждать? Броня здесь вообще не помогает. Ее можно выбросить нахрен на помойку. Жесть. Шлем я оставлю. Кирасу-то точно можно выбрасывать. Так. Ну вот такая легенькая броня против Мира Юкай. Ну что, попробуем таким способом. Да-да-да, аригато, аригато.
И никакого уклонения нафиг не помогает. О, блин. Ладно, на этом я закончу, пожалуй, это мудятерство. Я не знаю, как его валить. Сколько здесь надо прокачиваться. Просто не знаю пока что.